Добрый день, дорогие друзья! Как известно, привычки бывают здоровыми и привычки бывают вредными. И такие негативные привычки, как ленность, курение, прием алкоголя или наркотиков, они рано или поздно приведут человека к краху, к потере интереса к жизни, лишение здоровья и страданий как самого человека, так и его близких. Поэтому сегодня Россия, как и Украина и Беларусь, относятся к курящим странам, где очень много вредных привычек у людей. И хорошо, когда люди осознают это и пытаются изменить свою жизнь к лучшему. Бег с ходьбой – это фитнес, который доступен каждому человеку, для которого не нужно прикладывать особенно больших усилий в виде оплаты фитнес-центра или бассейна. И необходимость иметь хороший спортивный костюм тоже вначале отпадает. Вы можете просто начать с обычной одежды. И напомню, что фитнес – это пища для нашего тела. И этой пищей необходимо пользоваться, ее надо использовать в нашей жизни. А выносливость – это основа физической культуры для долгожительства. То есть, если человек хочет жить долгой жизнью, то ему необходимо заниматься своим сердцем и своими сосудами. Вот почему доступна каждому бег и ходьба. Конечно, плавание лучше из-за горизонтального положения, воздействия воды, другой температуры, плотности, но мы говорим сегодня именно о ходьбе и о беге. Сколько и когда можно это делать и применять? Есть три варианта – это утро, обед и вечер. Я хотел бы сказать, что летом по утрам лучше заниматься, зимой по вечерам, но это неправда. Все очень индивидуально, и поэтому зависит все от учебы, работы, а также графика сна человека. И важна регулярность, хотя бы 3 раза в неделю. И начинаем мы программа «Ходьба плюс бег», внимание, с примерно 100 метров ходьбы и плюс 10 метров бега. Затем мы добавляем в беге 20 метров, 30, 40 и доводим режим нашего занятия до 100 метров ходьба, плюс 100 метров бега. И так чередуем. Сколько? Ну, примерно полчаса времени. 3 раза в неделю как минимум. Максимально это 6 раз в неделю по полчаса. Но есть люди, которые вводят в свой график другой режим. Скажем, 3 раза в неделю по 1 часу. На мой взгляд, это достаточно много, нецелесообразно. Это как за яблоки, которые стоят 50 рублей, платить 100 рублей. Это одни и те же яблоки. Наша цель – улучшение здоровья и самочувствия, а также улучшение сердечно-сосудистой системы нашего организма. Поэтому 3 раза в неделю по полчаса вполне достаточно для взрослого человека, для поддержания, при условии, что человек правильно меняет свое питание, свой отдых, а также духовное состояние. И впоследствии вы можете изменить график на 200 метров ходьбы, 200 метров бега, а потом даже 500 метров ходьбы и 500 метров бега. При условии, что вы будете чередовать, значит, ходьбу от медленной до быстрой. Что еще важно, это места, где вы занимаетесь. Конечно, это может быть перепад высоты, холмы, это может быть пляж у моря, это может быть горная местность. И это будет очень хорошо, если это будет чистая природа, если это будет, скажем, лес, да, или парк. В любом случае, бег с ходьбой, их чередование – это отличная тренировка для нашего сердца и сосудов. Постарайтесь использовать это в своей жизни, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.